Приветствую вас, друзья! В очередном видео я хотел бы показать вкратце блок управления двигателем. Этот блок стоял на автомобиле Mercedes E-класса в 210 кузове. Год автомобиля 1999. Этот блок управления управлял двигателем объемом 2 литра бензин. Так блок выглядит с другой стороны, с нижней. Это контакты подключения. Внимательно посмотрите, все ли сходится так, как у вас. Кто решил приобрести себе эту деталь, обращайтесь ко мне. Отправка по Украине. Новой почты InTime. Всех благ, до свидания вам.